До данного момента мы с вами сталкивались только с ошибками, которые возникают в процессе исполнения стандартных операций, будь то метод сорта листа или деление на ноль. Однако мы вправе сами решать, когда в нашей программе произошла ошибка, которую необходимо как-либо обработать. Научились мы с вами ошибки ловить, научимся с вами их и бросать. Мы используем терминологию «бросать и ловить исключения» лишь потому, что исключения далеко не новая тема, и, конечно же, они использовались также и в других языках программирования. В англоязычной литературе вы будете постоянно встречать термины «throw and catch», то есть «кидать» и «исключение можно ловить». Для того, чтобы бросить исключение в языке Python, необходимо использовать конструкцию «rise», в которую нужно затем передать объект нашего исключения. Давайте с вами напишем функцию, которая будет приветствовать человека по имени. Однако мы, конечно же, считаем, что мы люди воспитанные, и имя, любое, которое мы передадим в эту функцию, должно начинаться с буквы заглавной. Это мы можем проверить с помощью метода isUpper, который есть у строки. Далее, когда мы проверили, что имя не начинается с заглавной буквы, то есть когда мы заходим в ветку else, мы райзим или бросаем наш valueError. Идеологически в Python valueError используется ровно тогда, когда аргумент, который мы передали в функцию, по типу, в общем-то, подходит, а вот по значению нет. Также конструктор нашего класса valueError принимает единственную строку, которая является сообщением дополнительным к этому исключению. Тогда, когда мы захотим передать Антону привет, мы вызовем функцию print от grid от имени Антон и передадим на него Антон, конечно же, с большой буквы, потому что мы люди приличные. А вот если мы люди неприличные, то мы получим ошибку. Давайте в этом убедимся. Здесь мы действительно получаем хорошее значение функции. А вот здесь мы как раз-таки получаем наш valueError с сообщением, которые мы указали в качестве аргумента конструктора нашего класса valueError. И здесь мы увидим наш стек вызовов. Давайте тогда с вами напишем с помощью данной функции такую программу, которой бы мы представлялись. Если мы представились ей правильно, то она бы с нами здоровалась. Если мы бы представились неправильно, то она бы пыталась попросить нас снова. То есть мы бы здесь написали в цикле while true, в try блоке мы бы вводили в наше имя, мы бы сказали, что name это input, здесь бы было бы сообщение, которое бы выводил нам терминал. Далее мы бы сочетали приветствие с помощью нашей функции, то есть преобразовали бы, вызвали бы функцию greet от name, и, собственно, вывели бы greeting. Если бы мы встретили value error, то мы бы написали сообщение в духе please try again, то есть попробуй снова. А если бы нашего исключения никакого не произошло, то мы бы просто вышли из цикла. Сначала же, конечно, стоит добавить сюда еще какой-нибудь разделитель. Затем мы запустим наш скрипт. Он попросит меня ввести свое имя. Здесь я обращаю внимание на то, что стандартный ввод в языке Python также осуществляется с помощью консоли в PyCharm. Мы можем это сделать. Хорошо, здесь мы введем наше имя. Я сначала введу его неправильно. Он попросит меня представиться снова. Я введу свое имя уже правильно, и тогда он со мной поздоровается. Хочу заметить, что все исключения, которые мы бросаем с помощью rise, и все исключения, которые мы ловим с помощью except, должны быть прежде всего экземплярами класса baseException. BaseException — это такой встроенный тип языка Python, который описывает все исключения языка Python. Давайте на секунду представим, что нет такого класса исключений, который бы хорошо описывал именно ту ошибку, которая происходит у вас в коде. Тогда имеет смысл написать свой собственный класс исключения именно для этой ситуации. Как бы мы это сделали? Конечно, мы бы написали свой собственный класс. Так как экземпляры этого класса должны быть экземплярами exception, давайте просто наследуем его от exception. Даже не будем писать ничего в теле, потому что конструктор exception и так принимает сообщение. И тогда вместо value error мы будем райзить наш bad name с сообщением. Тогда, когда мы данный кусочек кода запустим, мы убедимся в том, что когда мы передали имя Антон правильно с большой буквы, он действительно его выведет, а когда мы передали его с маленькой буквы, наш код остановит свое исполнение из-за exception bad name. Такое название для нашего класса исключения проливает чуть больше света на то, что же действительно произошло в нашем коде. Таким образом, чтобы бросить исключение в языке Python, мы должны использовать конструкцию rise, а если мы хотим описать свой собственный класс исключений, то мы должны использовать наследование от класса exception.